Рамаяна. Нет. Рамаяна написал Вялмак. Махабхарата. Ну да, но она Васудева не внесена. То есть Васудева написал сначала 5 книжек, потом одну из них решил выбросить, и позднее он вместо той первой написал Махабхарату. Но как назывались основные его 4 книжки? Не знаю. Знаешь. Ригведу слышал такую? Слышу. Самоведу слышал такую? Слышу. Аджурведу слышал такую? Ну, меньше, но слышал. А какую еще слышал? Ну, какую-то еще веду. Адхарваведу слышал? А, ну, слышал, но не запомнил вообще. Что такое упаведы? Упаведы? Да. Веды у отца? Не знаю. Нет. Это так Вьясадева назвал подчиненные веды. Упанишады? Не, Упанишады это отдельно еще. Это дальнейшие уже разъясняющие араньяки, итихасы, упанишады. Это дальше отдельные литературные жанры. Но у каждой веды есть по одной упаведе. И, допустим, всем известная